Хотел рассказать про клиренс машины. Вот, сделал я подставочки под зад 4 сантиметра, 40 миллиметров. Долго маялся с тем, чтобы думал перед поднять, но решил его не поднимать. Вот. Две зимы откатался, не застревал ничего, хотя с собой возил лопату, на всякий случай топор, там, не знаю, откапывался, ничего. Не лезешь просто в колею. Ну, а зад поднял, чтобы просто можно было пригружать ее чуть, и мне кажется, смотрится она более-менее лучше, потому что арочки почти одинаково от колес смотрятся. Вот, проставочки на амортизатор делать обязательно. Вот. Ну, и под пружинки там 4-миллиметрового, 40-миллиметровая подставочка. И тут, соответственно, так вывести. Вот, хорошо видно, 40 мм проставка. И тут 40 мм проставка на амортизаторах. Иначе будут вырываться амортизаторы. Сломаете. Обязательно и там проставочки. Сделал, не снимая, снимал пружины, не снимая тормозные шланги. То есть их длины расходы там чуть-чуть, идеально хватило. А вот так выглядят съемники пружин. Вот я их доработал, снял штатную и нарастил. Вот сделал сам эту лапку. А почему? Потому что пружины бочкообразной формы и соскальзывают. Ну, не, в общем, не возьмешься, там неудобно очень. Просто нарезал резьбу также с тем же шагом. И вот сделал точно такую же штучку. Только сама.